Всем привет! Вы на канале Бежим с дочкой. Всем привет, привет, девочки! Сегодня у нас уже 19 декабря, утро, и перед школой решили с Леной снять хотя бы части отчета по совместному проекту «Свяжи со мной не только плед» с Ларисой Подлегаевой. Лена быстренько сейчас покажет свой плед. Давай, разворачивай его. У нее она дошла уже до темно-зеленого. И остался клубочек. Так, так давай высоко поднимем. Сюда, 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 вот так. И вот здесь уже немного потемнее пошло. Да, уже хаки потемнее пошло. Покажи клубочек, какой остался. Клубочек вот такой остался, только он... Размотался, давай, заматывай его обратно. В общем, к Новому году мы должны выйти уже на финишную прямую, и, скорее всего, это так и будет, но плед получается не таким коротковат, большим. Да, нам бы еще один такой моточек, но я почему-то не могу его вообще нигде найти. На Валберес смотрела и по другим сайтам. Девчонки, если знаете, где можно купить такую пряжу, это у нас Alize Puffy Fine Ombre Batik. И цвет хаки. Вот именно этого цвета почему-то нигде нет. То тогда напишите мне в комментариях. Следующий будет кусочек. Это отчет по моему, по моей занавеске. Он будет чуть позже. Пока, Лена, прощайся. Пока-пока, в школу бежать надо. Пока. И побежала. Девочки, всем привет, привет. Это снова... канал «Вяжем с дочкой». Теперь моя очередь пришла отчитаться по своему изделию. Хранится он у меня в новогоднем мешочке, потому что новогодняя тематика у меня. Начала вязать, если кто-то смотрит меня, тюль. Потом эта тюль переросла в занавеску. И теперь, скорее всего, это будет плед. Но когда он свяжется, неизвестно. Скорее всего, даже в этом проекте он у меня и не свяжется. Значит, вяжу крючком 1,25, поэтому очень медленно, поэтому и начала вязать тюль. Но рисунок, видимо, крючок тонковат, нитка тонкая, 1800 метров на 100 грамм, 100% хлопок, но я вяжу его в две нити. И вяжу филейной техникой. Посмотрите, вот в прошлый раз я вам показывала, снеговичок у меня, вот шляпки не было, насколько я помню. Сейчас вот я начала вязать уже шляпу и выхожу на макушку, на самую. Хотела к следующему отчету, ну, то есть с предыдущего до этого, хотела вывязать снеговика полностью, но не получилось. Вот снежинка здесь начала в хаотичном порядке вязать уже мелкие снежинки, которые будут такие простенькие, не заковыристые, и еще... Две схемы у меня есть, чтобы вязать красивые, пушистые, изящные, белые, красивые снежинки, большие. Вот буду вязать дальше, гнать. Уже здесь будут у меня только снежинки вывязываться. И, скорее всего, если это будет у меня новогодний плед, то к следующему Новому году, конечно, бы хотелось его закончить. В зеркальном отражении будет точно такой же рисунок, на той стороне пледа заканчиваться, только уже будет вверх ногами, как бы, чтобы складывать его, и рисунки совпадали у меня. Так, все, сегодня у нас погода отвратительная, почему я и задержалась дома, и не поехала рано, пока темно. На улице идет у нас дождь, 19 декабря идет дождь, и как я поеду, я вообще не представляю. Но сейчас расцветет, и посмотрю вообще, как погода, почистили дорогу или нет. И если ее не почистили, то, видимо, придется мне брать без содержания, оставаться дома сегодня. Или, может быть, разрешат мне удаленно поработать. Все, девочки, всем желаю удачи, продвижений, хорошего настроения новогоднего, мирного неба над головой, здоровья, не болейте. Всем пока-пока.